Всем привет. Быстрое спонтанное видео попросили записать подроже. Как бить, почему так много урона, почему все так его сейчас много набивают и так далее. По основным моментам что самое главное, это качать по одному облучателю. То есть нету такого, чтобы петы все равномерно наносили урон. Есть те, кто наносит основной урон, и есть вспомогательные. Но их качать в последнюю очередь. Но я советую сначала фулить первый облучатель, потом второй и третий. Но перса, если вы не деревянная лика, его можно вообще не трогать. Сейчас как раз идет охота, я ее покажу. По сборкам. Вообще сейчас идет только одна сборка, ну две, она может варьироваться. Если, допустим, три фуловых облучателя, можно пробовать ставить так, либо через блоху. Вот это основная, самая домашняя сборка, естественно, когда у вас питомцы фуловые, на них есть все усилки. А все усилки, это конкретно на Галька сейчас идет поджигалка, поэтому он передамаживает Рокета. И вот нейронник, естественно, это бафы уникальные, которые с новогодние, они увеличивают тоже на 100%, ну на 150, потому что конфетница 20, она еще дает этим бафом 50% усиления. Перса тоже можно бафать, в основном это критами и коктейлем, в принципе другого не надо. Но если, опять же, не деревянная лига, урона смысла повышать нету. Весь урон будет идти либо от Дракулы в сборках, либо когда машинка будет статы забирать. Дальше, какие есть сборки? Вообще, пройдемся от самых слабодамажных к самым сильным. Раньше была сборка через роботов. Ну, либо кибердевочку, конечно, лучше брать, но она у меня не фуловая. Вот такая сборка. Но урона она наносит мало и будет рандомить, потому что у блендера не факт, что вылетит это его умелка на большой урон. Тем более ее урон это умелки тоже ограничивается. Они ввели какое-то ограничение, чтобы это сильно имбово не было. Дальше идет Оголек, Дракула и Блоха. Блоха с Фрэнком могут меняться постоянно. Так тоже можно, но урона тоже будет меньше. Естественно, на Дракулу должен быть фуловый эликсир, и он весь фуловый. Ну и самое основное это. Это основные сборки, но менять их нету смысла. Потому что, ну, можно самому посчитать урон от их умений. То есть, если будем брать других, пета у них умелки вообще урона не наносит по сравнению с ними. Допустим, у Галька 2750% урона идет с умелок. А у Рокета 3000 и еще 4700% урона идет. У Фрэнка идет 350 по 3. 1400, да, у него процента урона идет. Это тяжелым аккордом. Но он нужен из-за того, что он дает вдохновение. Ну, окрыление. Это по сути второе дыхание, то же самое окрыление. У вампира, ну тут сложно посчитать, тут он просто юзает свою форму и потом начинает тыкать и критовать, у него большой крит. А учитывая то, что конденсатор еще 5% дает, он именно дает вот этим вот параметрам. Видно, там крит 10, 5, это у них процента, то есть 10%, 5%. То есть они не будут стычек еще чаще критовать. Других сборок вроде бы нет. Бегать всегда нужно на первом этаже, потому что он самый короткий, желательно по верхнему маршруту. Кто пользуется ботом, валкер всегда ходит через, должен ходить поверху. То есть вот это у нас фуловый моб. Максимальный, можно сказать, 42-й, вроде 43-й. Вот такой урон выдает. Рокет может иногда не доживать. Но это уже рандомно зависит, потому что мобы сильные, и на этих мобах уже живучести не будет хватать петом от бафа. Вот видно, увеличивает силу на 150 и живучесть на 150.
То есть это все основные моменты. По уронам вообще как идет. Это был урон один с девятым облучателем и фуловым. Это я максимум, какие видел. Это уже когда два облучателя фуловых. Тут без разницы, какое оружие берется, либо УЗИ, либо маркер, потому что главное, чтобы работал снайпер. Ну, у кого фехтование, у кого снайпер, это будет напрямую увеличивать урон, когда работает машинка, которая статы забирает. Вот это урон уже у деревянной лиги. То есть это с одного мутаги на урон, а это уже с трех. То есть полностью ваншот моба. Это максимальный моб, который там есть. Ну, максимально очко дает. А это уже был с Фрэнком, потому что облавил девятое, и перс дамажит. Если мы другие вторые хода давать, это будет больше урона. А в дереве вообще без разницы, ставить блоху, Фрэнка, еще какую-то хрень, и перс просто будет надамаживать все. Если статы по 150 и же силы, там по 200 у кого уже есть, там все дамажит перс. Ну, где в бронзе еще плюс-минус дамажит перса, а в серебре, начиная с серебра, там 18 уровень, перса очень мало урон наносит. Ну, естественно, если нету дракулы. Вроде бы из основного сказал все. Конденсатор теперь не дает статы пета. Ну, как это проверить? Сейчас найду моба. Допустим, вот у нас есть статы Оголька. Допустим, у него 4 миллиона, да, 4 миллиона 200 тысяч. Можно смотреть по нему. То есть конденсатор накладывается уже после боя. Вот я нападаю. Срабатывает усиление. Первое. Потом X5. И в конце еще дается конденсатор. По идее, у Оголька должно быть вот эти 20 миллионов, которые это X5 от его 4. Ну, это понятно. И еще 60% сверху должен он накидывать. Но почему-то он не работает. То есть это, скорее всего, сделал для того, чтобы не шотить мобов, потому что урона очень много. Тычка 44 миллиона. В принципе, у Рокета 5 активных ударных умений, у Оголька ставится 8. Но 8 это ошибка отображения, не знаю, как оно там считает. Но, скорее всего, еще щитки шить раскидывает, которые не нужны, поэтому они тоже щит... А, он же не перерождается, тогда непонятно, почему у него 8. Должно быть 3. То Рокета 5, а вот это 3 гнилушки и 2 вируса. Вот можно посмотреть, кто сколько урона выдает. Вот пока видно, что Оголек выдает в 2 раза больше урона. Хотя странно. Плоха просто как вспомогательный. Перс. Перс тоже какой-то урон наносит. Но не сильно большой. Это потому что сработала машинка. Она сработала в конце. Если бы сработала раньше, он бы больше урон нанес. Так, ну вроде по основным пунктам прошелся. Задавать вопросы. Пятая Мара, третий Таргон и второй Бабл. Что мне как ставить, смысла нет. Если у вас нету хотя бы близко фуловых петов. Вот, допустим, Оголек должен быть минимум 13. У него фуловый мелко открывается на вихре на 13 уровне. Ну, естественно, он просто без стат будет. У него мало, ну, меньше урона от него будет. Рокет 14 должен быть, у него вирус на 14 фуловый становится. Блоха должна быть 14. Так что вроде все.